какая-то иначе, когда иначе не готовить, и по какому принципу материала ты работаешь? Во-первых, мне хотелось бы сказать, что в художественном музее экспозиция, представляющая творчество Евгения Шишкина, не первая. На этой площадке, в новой галерее, где, к слову, существует такой большой пилотный проект «Новые имена», в рамках которого мы показываем творчество молодых художников. Это уже, пожалуй, третья, четвертая выставка. Я уже не говорю о том, в рамках скольких проектов коллективных, больших, тематических наверху, например, «Заводной апельсин», это целый средств современного молодежного искусства, 2008 год, в рамках скольких проектов Евгений Шишкин принимал участие. Эта выставка сформирована намеренно из работ разных лет. Наверное, еще рано, все равно, это художник достаточно молодой, говорить о ретроспективе, слишком уж какое-то громкое, важное и емкое определение. Но, тем не менее, показать диапазон тех техник, творческих поисков, экспериментов с материалами, с их техническими возможностями, дают только такой проект, где хотя бы есть такой разбег несколько лет. И здесь от работ таких балансирующих на грани всего реализма до экспрессивных таких смелых, нервных, размашистых работ, где куда больше эмоций, содержания, характера, философии, нежели узнаваемости реального объекта в реальном мире. Лучше маску, она Боже, пусть она не видит маску. Я спросила, и нам сказали нет.